А материнский род, я сегодня уже произносил это любовный род. Это общество, организованное на материнской любви. Вот. Так вот, эта любовная организация общества давала особый стиль мышления, в котором преобладала эмоциональность. Не было еще жесткой логики. Вот. Вот эти вещи, и я отвлекся и говорю о том, что вот это любовно-благоговейное отношение к людям, к животным, к миру в целом, перестраивалось благодаря развитию техники, благодаря перемене власти или организации общества с материнской на отцовскую, формировался так называемый рассудок. Я уже сказал, да? Рассудок – это формально-логическое, употребил это слово, оно изобретено Гегелем, это слово «формальная логика», формально-логическое отношение, формально-логическое мышление и формальное или индивидуалистически расчетливое, индивидуалистически прагматичное отношение к миру. Вот что такое рассудок. Рассудочное мышление – это мышление, опосредствующее, организующее, индивидуалистически расчетливое, индивидуалистически прагматичное отношение человека к миру. Я индивид, я индивидуалист, живу для себя. Все остальное внешнее, все остальное чужое, мир в целом, люди, мои собственные родители, я живу. Я живу для своего удовольствия или для реализации своих целей. Все остальное внешнее и чужое. И я с ним, со всем внешним, могу обращаться как с неодушевленным, как с чужим, как с средством достижения моих целей. Вот такова моральная сторона, а логической стороной этой морали является однозначная, непротиворечивая, доказательная, наглядная логика. Логика наглядности, логика однозначной доказательности, логика непротиворечивых суждений. Нельзя о солнце сказать, что оно чужое и оно мое родное. Нельзя сказать о том, что земля вокруг меня – это земля, и в то же время это моя родина, мое родное. Земля – это чужое, солнце – это чужое. Я их могу использовать и преобразовывать, как мне удобно. Индивидуалистически прагматичное отношение к миру, оно опосредовано мышлением, которое называется рассудочным. Рассудочное мышление – это мышление однозначное, непротиворечивое, доказательное, убедительное тем самым. Вот три признака этой формальной логики. Доказательность, непротиворечивость, однозначность в описании предмета. Нельзя сказать, что я здесь присутствую и не присутствую. Я же здесь присутствую, ясное дело. А то, что я могу здесь не присутствовать, а мои мысли могут где-то витать, и там я, где ты живешь и так далее, где твоя родина? В Советском Союзе, то есть в России твоя родина или в Америке? А он здесь живет, а родина у него в Америке, паспорт у него американский или в Израиле. Вот, таким образом формируется рассудочное мышление. И это рассудочное мышление теперь новое, наконец, а то я тяну время, я не смотрю, но уже большое прошло. Рассудочное мышление стало основой колоссального рывка в развитии общества. На основе первобытно-мифологического, образно-эмоционального, многопредикатного и любовно-благовейного там, и так далее мышления, человечество буксовало на протяжении всех этих 30 тысяч лет и на протяжении еще 8 тысяч лет отцовского рода. До второго тысячелетия господствовало мифологическое мышление. Уже были государства, там всякие там Мохенджо-Даро, Урарту, там, я не знаю, там индийские, даже китайские, там уже ранние. А мифологическое мышление господствовало. А вот примерно с второго тысячелетия хлынуло как преобладающее рассудочное мышление.
вытесняющее мифологию и заменяющее вот этим вот прагматичным отношением к миру. И это господство рассудочного мышления дало взлет цивилизации. Цивилизация – это городская жизнь. Цивилис – это город или городской. Так переводится слово. Цивилис – городской. И цивилизация – это городская жизнь, преобладающая в обществе. Уже не деревенские там домики африканские с соломенными коническими крышами, а города, ремесленные города. И здесь возникли и возникла архитектура, строительство очень сложное, возникли науки, расчет, математика, геометрия, в частности, складывалось военное искусство, это не просто там, значит, а уже какие-то сложные формы фортификаций там и так далее, наступательных или тактик и стратегий. Возникли искусства, техника освобождала людей для досуга и для занятия в этом досуге. Богатые люди нанимали художников, поэты освобождались для вольной такой духовной, культурной, творческой жизни. Колоссальные были возникновения новых форм жизни. Наконец, государство, наконец, разделение людей на сословия вместо родовых, родственных связей, территориальное деление общества, сословное деление общества, иерархия слоев в обществе по имущественному цензу. И это все происходило вот на протяжении второго тысячелетия до нашей эры. В Греции немножко позже, в начале первого тысячелетия до нашей эры, скажем, там 9, 8, 7 века. Это реформы Солона, Клисфена, там известные такие, которые вот преобразовывали первобытное общество в государственно организованное. То есть взлет культуры был колоссальным. И надо отдать должное рассудку. Как же так? Именно он, не первобытное мифологическое, любовно-беспредикатное или многопредикатное мышление, дало, опосредствовало этот взлет, а именно рассудочное. И, с другой стороны, тут же люди не могли не видеть, не могли не увидеть, что это же несет с собой колоссальные страдания или колоссальные отрицательные последствия. То есть, то, что мы видим сейчас. Мы же сейчас живем, или мир вокруг нас живет, мы-то нет. В нашей стране еще нет, еще от советского времени у нас остались коллективистские, нравственно добрые начала, а они, может быть, коренятся еще в славянских традициях. Дело в том, что в нашей культуре классовое общество существует лишь 1000 лет. И то очень относительно, потому что монгольское нашествие, оно тоже не классовое, а какое-то первобытное. И классового, развитого классового общества в нашей вот территории, в нашей России, может быть, там лет 700. А на Западе это классовое общество было уже 7 века до нашей эры. Это 1700. Европейские люди находятся в этом сумасшедшем доме классового организации, в этом сумасшедшем доме частной собственности 1700 лет, а мы только 700. Вот буквально так. У нас еще колоссальные корни нравственности, оставшиеся от отцовского рода, о чем я не сказал, но в отцовском роде тоже колоссальные свои резервуары, потенциалы духовности, нравственности, любовности, унаследованные от материнского рода. Не все сразу уничтожили этими инициациями, выбиваниями зубов из мальчиков. Остались еще от материнского рода любовное начало в нашем обществе сейчас, через отцовский род и нравственность отцовского рода, которая у нас в стране держалась века до 14-го. И у нас вот всего 700 лет классового мира. Не мира, а классовой войны. А на Западе это больше. Они, говорю, в этом сумасшедшем доме варятся и уже потеряли и забыли
любовной валентности людей друг к другу, к природе, к труду, к искусству, у них все забыто. Или это, на этот счет можно смотреть Задорнова, который умер. И вот он глумится, или как сказать, стебется, или как слово такое, над этим Западом, очень справедливо. Оцифрованный Запад, а мы еще нет. И вот люди не могли, мы сейчас это видим, но и тогда люди не могли этого не увидеть. И вот чуткие души людей и общества, это и были философы, которые заметили, что рассудок, хотя нет, не то, не важно, можно и так сказать. Чуткие души, которые заметили уродство и отрицательные последствия господства рассудка, это и были философы. Но нужно сказать, иначе немножко петлю такую сделаем в рассуждениях. Я уже философов включил, а теперь включу религиозников. В это время, во время господства рассудка, которое уже лет 500, 300-500 лет господствовало и в восточных странах, Китае, Индии, и в Двуречии, и в Египте, и в Греции, это все эпоха, скажем, от середины второго тысячелетия до середины первого, даже 1000 лет, лет 500, я сказал, господство рассудка. Люди не могли не видеть его отрицательных последствий, и люди всполошились. И какие формы борьбы? Надо бороться с этим рассудком. Ну, ясно, что он ведет к этим войнам, друг с другом всех людей. Афины воевали со Спартой. Ну, это вообще бред, это хуже, чем сейчас Украина с Россией. Одинаковые люди, один язык. Они на Олимпийских играх вместе собирались с 8-го столетия до нашей эры, там какой-то 730-й, забыл год, начало... 76-й. Начало... 776-й. 776-й. Вот. Я не помню всегда цифру, к сожалению. И все собирались и запрещали войны в это время. И чем, кто еще ближе, как Афина и Спарта? И вдруг они сцепились в 30-летней войне. 30 лет воевали друг с другом Афина и Спарта, и никто никого не победил. Такая позорнейшая война. И в это время уже то было так на собрании, человек говорил на народном, говорил, слово брал, давал слово, так сказать, все мы верили, никаких документов, там, бумажек, печатей, справок, а верили человеку. А тут уже никому нельзя верить, и все врут. И все, поскольку врут, то, слушая их, думаешь, о чем он врет. Значит, надо читать не слова, а то, что между слов. А тот, который говорит и знает, что его будут читать между слов, междусловия свои тоже шифрует. А этот расшифровывает то, что и так далее. Вот такие, это уже Платон описывает, вот эти извращения в отношениях людей. А Платон, это мы говорили, да? Какой век? Пятый, да? Пятый-четвертый века, рубеж, переход. Я вернусь к религии. В это время возникают мировые религии. В седьмом, шестом, пятом веках возникают первые мировые нравственные религии. Вместо магических форм миропонимания, вместо магических форм предрелигиозного сознания, так говорят, потому что магия, мифология – это еще не религия, об этом, опять же, надо было отдельно как-то внятно говорить, возникают первые нравственные религии. Чем отличаются нравственные религии от первоначальных предрелигиозных форм тотемизма, анимизма и прочих форм мифологического сознания? Тем, что боги были уже до этого времени, все тысячелетия, я говорил, женские божества, мужские, но они были равны силам природы, они были как реальность среди реальных предметов. С Богом можно было, Бога надо было просить, умилостивить его дарами, он их ел якобы. Бога можно было наказать плетьми, если он корабли забрал. Иное, такое отношение к богам, как реальности, подчиненной или сопряженной с другими формами реальности. И человек устранялся от
решение своей судьбы тем, что доверял Богу, и Бог, жертву приносили Богу, этого было достаточно, чтобы он что-то сделал для тебя. И таким образом отношения какие-то внешние, что ли, человек устранялся от собственного решения вопросов. Он Богу отдавал жертву, и Бог должен был для него что-то делать. Или Бога он наказывал, отворачивался от него, служил другому, и этот Бог потерял силу там, и так далее. А здесь, в нравственных религиях, возникло другое. Что такое нравственное непосредственно? Это первые формы – зороастризм в нынешней Персии, на территории нынешней Персии, там были государства свои. Зороастризм, буддизм в Индии возник в V веке до нашей эры. 460-й где-то год. Наверное, сюда надо включить иудаизм среди евреев. Хотя евреи очень маленькое племя было тогда, его исчезающе мало, его никто не видел и не знал. Но, тем не менее, это нравственная религия. И, наконец, христианство. Уже мы знаем 1 век нашей эры. Там еще был митраизм как промежуток между зороастризмом и христианством. Ну вот зороастризм, буддизм и христианство. Здесь иное поведение человека подразумевается, предсказывается, предлагается людям этими религиями. Человек сам своим совершенствованием, своим самоусовершенствованием должен служить, должен помогать Богу управлять миром. Бог управляет миром. Это не боги уже отдельно языческие, а Бог один, это тоже отдельная революция. Но во всяком случае, человек своими нравственными усилиями, своим нравственным поведением должен помогать Богу управлять миром, должен помогать Богу делать мир более совершенным. Не Бог делает мир совершенным сам по себе, а человек должен воспомоществовывать Богу. Человеческое воспомоществование Богу, человеческая помощь Богу должна совершенствовать мир. Человек должен включаться в совершенствование мира. Это зороастризм, из которого христианство берет основные идеи. Через митраизм. Там. Ну, это отдельно надо сложно рассуждать и фактически говорить. Что нас сейчас интересует в отношении возникновения философии, это то, что все эти нравственные религии опираются на мораль, на нравственность, на эмоциональность, на психологию и вытесняют рассудок. Все эти нравственные религии антирассудочны, категорически против науки. Все эти нравственные религии. До сих пор придите в любой храм, и вы услышите там, что наука, знание – это скверно. А вот надо любить Бога, надо отдаться Богу в своей душе, всей своей душой. Нужно не рассуждать. Бог за нас рассуждает. Он – мудрость и премудрость. И пути Господни неисповедимы мудрости этой Божьей. Он за нас все это сделает, мы должны отключить всякий рассудок. Он вред, он скверно, он пагуба и так далее. Мы же видим, что пагуба, ну же ли не видим? Видим же, что все эти отрицания или отказ Трампа от оружия или ракет средней и меньшей дальности, это же рассудок, это рассудочное решение американских проблем. Он хочет усилить свою страну, и все. И все остальные для него мыши там или комары. Это что? Это рассудочное решение одной страны, своих прагматичное решение вопроса о связях там, с другим миром, со всем миром. И это держится до сих пор. Надо от рассудка отказаться. Он же убивает человечество, ну видно же. И надо от него радикально отказаться и вернуться к любви. Вытеснить из сознания человеческого всякие логические формы движения его психики и вернуться к изначальной любви, благоговению перед миром, перед, следовательно, Богом,
и отказаться от всяких своих активных произвольных действий. Вот это, этот отказ характерен для всех нравственных религий. И философия, я буду, видимо, на следующий раз говорить, ну, там буду более предметно говорить по именам, наверное. Философия в, скажем, античной Греции, это нам ближе, там Китай, это темные более вещи, хотя тоже можно выяснять. В Греции философия, даже и философия, хотя я сказал, что философия, но философия поначалу была очень рассудочной, очень научной. Философия первоначальная греческая представляла собой не что иное, как систематизацию данных естествознания. Философия больше занималась математикой, физикой, то есть физика там можно назвать, ну, какие-то рычаги, скажем, там изучали, огонь, греческий огонь делали, из нефти делали какие-то, да, факелы, которые корабли сжигали. И первоначальная философия, а начиналась она в VII шестом веках до нашей эры, она была натуралистической, естественно-научной, космической, так сказать, и так и называют, космисты, первые космисты. Они рассуждали о том, как устроен мир, физически, как устроен мир, как, что такое Солнце, планеты. Достигли в этом отношении больших результатов. Был такой Фалес в VI веке до нашей эры, в VII веке до нашей эры, я же там тоже, 695 года, что ли, он предсказал затмение Солнца и заявлял, что затмение Солнца происходит от того, что между Солнцем и Землей проходит Луна. Представляете, он это сделал до Коперника за 2000 лет или там за сколько? За полторы. Он уже представил, что Земля не на китах, там, и как в Средневековье даже представляли, и не плоская, а это вот в пространстве шар, между которым и Солнце шар, и Луна шар. И этот шар проходит между Солнцем и Землей. И рассчитал точно дату, и он предсказал, и затмение было. Для этого Фалес уже путешествовал и по Египту, и знал индийских жрецов, их учения, и владел теми таблицами математическими, которые египетские жрецы составляли эмпирически по периодам солнечного затмения. И тогда вот так рассчитал, что очередное затмение будет тогда-то, и объяснил, почему оно происходит. Вот такие достижения были. И это назывались философы, мудрецы вроде бы. Но это еще не мудрецы в том термине, который я еще сейчас введу, а просто систематизаторы научного знания, космисты, занимающиеся космосом, как он устроен, как устроена Земля. И параллельно из первых философов, да, вот эти космисты, натуралисты, систематизирующие научные знания, они были материалисты, так можно в наших терминах сказать. Они признавали первичность природы, материи, сознание вторичность, так, ну, не такими словами, как у Энгельса, но все-таки они это произносили или имели в виду. Ну, а параллельно с этими материалистами, космистами, натуралистами, я одного назвал Фалес, были и идеалистические философы, которые на манер религии пытались изобразить ну, какую-то первичность любви, любовной духовности, преодолевали рассудочную духовность и пропагандировали любовную духовность. Таким философом был Платон. Платон жил там, когда, я точно не помню. 427 по 347 года. О, года. Вот видите как, да, я никак не могу запоминать этих цифр, но вот рубеж от 5 к 4 веку, 427, да, 400 какой? 67? 427, 347. Ага, 87. Вот запомним, может быть. И он заявил, что этому рассудочному поведению и мышлению людей надо противопоставить любовь. Мы же знаем платоническую любовь, да?
Любовь – это такое вот единение людей в эмоциональном порыве друг к другу. И там различались у греков разные формы любви. Мания, эрос, там четыре формы. Сейчас, я сейчас уже забыл, извините, нехорошо, не буду, надо было не произносить. Кстати, ну как курьез, что ли. У Платона было представление о духовной любви, как образцом духовной любви для Платона была любовь мужчин к мальчикам. Потому что он говорил, что если мужчина любит женщину, то в основе этой любви лежит физиология, рефлекс половой, влечение половое. Это грязная любовь, это, так сказать, ну что, почти животное. А вот если любишь мальчика, так к мальчику нет физического природного предрасположения, заложенного природой. А ты любишь духовно это существо. Это чистая платоническая любовь. Вот такие вот вещи. Но во всяком случае он уже противопоставлял вот этому рассудочному миру любовное отношение людей друг к другу и к миру в целом. И тогда он заявлял, что это уже идеализм дальше идет, он заявлял, что основой этой любви является абсолютная внешняя мировая духовность, которая управляет миром. Существуют некоторые внемировые, внеприродные, сверхприродные духовные начала, которые управляют миром. Объективный идеализм. Он развел материю и духовность. Термин «материя» ввел Платон. Он заявил, что вот существует материя, природа, мы же ее видим, правы космисты, они ее изучают, науки обобщают. Но есть еще сверхмировая сфера, сфера духовности, которая этим миром управляет. Ну и тоже для этого как бы такие примеры есть, что ясное дело, что мы сначала мыслим что-то, а потом делаем. Мы всегда видим, что мысль предшествует любому нашему действию. И вот такое предрелигиозное или как вариант религиозного мышления была философия, таким предрелигиозным мышлением была философия Платона. И не случайно потом христианство через неоплатонизм, о котором я должен был бы сегодня говорить, но уже чувствую, ничего не скажу. Вот, христианство берет у Платона эти основные идеи. Только и того, что все равно, хоть я сказал сверхприродные, надприродные, но все равно у Платона эти идеи еще не висели над природой. Я сказал сверхприродные, но все-таки они были и телесные, и как бы почти вещественные. Это абсолютная духовность сверхвеществ, сверхвечная, которая более чем вещи, а невидима нашему глазу. Эта духовность у него представлялась как тонкая материальность. Вот какие-то воспарения, испарения этой материальности представляют собой та духовность, которая управляет вещами. Все-таки какая-то внутриприродная была картина этой духовности и у Платона. Христианство только полностью вырвало эту духовность из мира и противопоставило эту духовность как мистику, первичную и абсолютную, и никак не связанную, не привязанную, а наоборот управляющую, только управляющую. Вот этот полный разрыв совершило христианство. Но это о Платоне. И достаточно о религиях, как о религии, как попытке преодолеть кризис рассудка. Я не произнес этого слова. По сути дела, в обществе тогда, как и сегодня, сложился кризис, социальный кризис из-за господства рассудка. Ну, вот я не произнес, забыл это слово, что люди увидели, почувствовали, чуткие души, по крайней мере, и вот религиозные, и философские, о чем я еще не сказал, почувствовали, что общество-то в тупике, в кризисе, и чем дальше это будет, тем будет хуже. Перебьем же всех друг друга и уничтожим цивилизацию. И вернемся, или вообще никуда не вернемся. Вот таким образом новые религии от зороастризма до христианства занимались именно этим – отрицание рассудка и возвращение к
первоначальному мифологическому любовно-благоговейному отношению к миру.